Здравствуйте, дорогие друзья! Я Николай Дроздов. И сегодня мы с вами поговорим о селфи в условиях их естественной среды обитания. А вот и первые замечательные создания – утка обыкновенная. Хотя для нас, натуралистов, каждый особь необыкновенная и неповторимая, которую трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Ага, а вот и забавные шимпанзе. Посмотрите, они общаются внутри группы, демонстрируя свою доминантность. У этих приматов хорошо развиты лобные доли мозга, и они даже используют орудие труда – палку. Кто это здесь? Это же малышка Калибри. Эта энергичная птичка делает до 100 селфи в секунду, благодаря невероятно быстрому движению своих маленьких, но очень сильных крылышек. Вы видите, как прекрасен дикий мир селфи и как милы его обитатели.